без микрофона могу петь. Микрофон испугался, ну или обиделся, что как это без меня. Подумал, как это без меня, да. Ну, прежде чем мы начнем, скажем так, вторую часть нашего марлезонского авиационного балета, я хочу проинформировать, что 20 апреля здесь состоится концерт моего замечательного друга Вадима Захарова. Поэтому дежурная фраза, настоятельно рекомендую. Ну, это действительно очень здорово, это всегда достойно того, чтобы это слушать. Меня когда спрашивают в интервью, иногда такое бывает, а что вы слушаете? Однажды помню, очень девушка, одна корреспондентка смеялась. Я говорю, ну, что-то я не помню, каким образом, но я сказал, что я музыку слушаю только в машине. Она, да, а что вы слушаете? Я говорю, я слушаю только двух авторов-исполнителей. Она, Вадима Захарова и Пинк Флойд. На слове Пинк Флойд она, у нее автор-исполнитель Пинк Флойд, немножко она подвисла. Потом очень долго смеялись на эту тему. Да, у меня следующий концерт здесь традиционно 8 мая ко Дню Победы. Поэтому я, конечно же, буду рад вас всех видеть. Не хочу обещать, если получится с Сергеем Антишиным здесь в две гитары выступить. Было бы очень здорово, мы позавчера с ним в Минске вдвоем работали. И я считаю, это очень здорово. Он, к слову, тоже так считает, но, к сожалению, просто у него своя работа в оркестре Михаила Яковлевича Финберга, вот, и с другими музыкантами известными. Ну, если получится, было бы очень здорово. Вот. Традиционно, как было в одной рекламе сказано, или в программе «Поле чудес» надо попередавать приветы. Вот, я, конечно, передаю всем привет тем, кто сейчас слушает, смотрит эту онлайн-трансляцию. Знаю, что смотрят ее. Вот. Я бы с удовольствием передал привет своей семье, но передаю только супруге, потому что сын где-то здесь сидит. Вот, мы вместе прилетели, там скромно где-то. Вот. Я, наверное, потом еще под какие-то конкретные песни еще определенным людям, наверное, помашу ручкой. Еще хотел бы сказать, мне очень часто, в каком-то упреке, наверное, говорят, что вы не пишете песни про техников, там, про второго штурмана Ил-38, к примеру. Вот. Мне постоянно пишут в интернете, это можно целую книгу писать на эту тему. Я очень с большим уважением отношусь ко всем авиаторам, я подчеркиваю слово «авиаторы». Авиатор – это и авиационный доктор, и в конце концов повар в столовой, которая кормит летчика или техника. Не говоря уже о связистах, вооруженцах, техниках, механиках и огромному количеству людей, благодаря которому вот эта вершина пирамиды, там вот один летчик или экипаж, он летает, а в пирамиде в основании очень большое количество этих людей. И, конечно же, в этом основании еще и те, кто вообще проектирует эти самолеты, которые, те, кто учит их летать, это не только же испытатели. Все начинается, в общем-то, из конструкторских бюро, поэтому я еще отдельно хочу, привет передать или поблагодарить за то, что они есть. Тех, кто заканчивал... МАИ, МАТИ – это, фирмы, скажем так, вот, московские. При этом, опять же, недавно я там общался, Харьковский авиационный институт, Казанский, Уфимский. Это те люди, без которых самолеты бы не летали, тоже вам спасибо и земной поклон. Спасибо всем авиаторам. Я всегда говорю, все, что я пою, это посвящено тем, кто связан с авиацией, неважно. О чем идет речь в песне, если она авиационная, она посвящена всем людям, которые с этим связаны. Поехали. Бортом 5, добро на взлет. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпусти. Набираем эшелон, и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив.
Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, трудяга борт 05, четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, а погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, 5700, и мы пока крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор, наплевал на коридор, до ворот прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, порт радист всех это шьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, нам не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне, шум ее для нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлют. Нам уже не привыкать в обязаловку играть, знал бы прикуп, знал бы и маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда за над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж! Спасибо. Ну, я всегда, наверняка те, кто ко мне часто на концерты ходят, знают, что я нередко персонифицирую, если так можно сказать, песни. Они с кем-то, с чем-то связаны, чаще именно с кем-то. Вот я, «Борт 05», у меня воспоминания такой более чем десятилетней давности. Я...
с русскими витязями и со стрижами, я позволю себе такое слово, мы работали, потому что я как бы участвовал в этом процессе. На юбилей 6-й воздушной армии ленинградской в Санкт-Петербурге, ну это было в Пушкине, иду я по аэродрому. На встречу идет такой вот, ну я таких людей, вот они, это типаж просто вот для телефильма, там, художественного фильма, вот «Небесный пахарь», у меня просто другой такой потрепанный, такой потертый комбинезон, такой идет абсолютно незнакомый человек, мимо меня проходит, посмотрел так, а я тоже иду, он сзади разворачивается и говорит: «Борт 05, во!» Я оборачиваюсь, недоуменно на него смотрю, на меня смотрит. Я вон с его 18-го и пошел дальше. Так я приобрел в будущем своего замечательного друга Михаила Анатольевича Мазина. Миша, спасибо, что пришел. Не знаю, где ты здесь. Вот. Не знаю, можно об этом говорить или нет. Сегодня он уже в гражданской форме работает в такой организации, которая называется СЛО. Вот. В числе прочих вводит В.В. Путин. Это наши военные люди. Ну, если уже я спел «Борт 05», это все-таки песня. Хотя вот интересно, на эту песню есть замечательный клип моего, опять же, друга Александра Быхалова. В Энгельсе он служит, подполковник, командир отряда на Ту-160-х. И вот они под эту песню сделали клип про белого лебедя, так, ну, очень своеобразно. Я говорю, ну да, Саша, говорю, да, 5700. Это как раз про Ту-160. Вот. Ну, тем не менее, я уже даже начал задумываться, может, именно эти 5700 куда-то убрать, и получится все, все классно. Потому что они там все, и тормоза, и книжку, все это красиво. Вот. Но, тем не менее, да, песня была написана после полета на самолете Ан-26, когда-то очень давно, это был 94-й год. Ну, это транспортный самолет, ну, я бы сказал, что, наверное, о транспортах и следующая песня. Сначала хочу передать привет. Я уже говорил, что под какие-то песни я их буду передавать. Так, Илье Кобылянскому, он знает, кто это, потому что он смотрит. И отдельный привет Дмитрию Кальченко и всему выпуску «Балашов 1987». Наливайте рюмки и выпивайте. Песня для вас. Что насупился Илюха, нынче вылет это зари, набивает стол брюха, груз швартует технари, носят ящики солдаты и закатал акварель, только нам не до заката, рампотельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот, мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажа нет впервой, и Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, гарпун по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой, где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет.
чая, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все при деле как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется, нижним блистером блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руты снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Возвращаясь к приветам или, как сказать, каким-то отметкам, отдельный привет летчикам МЧС, которые где-то там дальше сидят, я знаю. И на Ю-76 летают. Это, ну, это тяжелый труд. Также где-то здесь ильюшинцы сидят, я знаю. В числе их мой очень близкий друг Алексей Нагаев. Я считаю, один из самых лучших авиационных фотографов в мире, который на Ильюшине летал и над Северным полюсом, и над Южным. И снимал эти замечательные снимки, как я называю, реклама British Petroleum. Когда открытая рампа, а туда летят бочки с парашютами, на которых BP. Вот. Ну, не, это очень красиво, это, ну, такие кадры делают только исключительные профессионалы. Лёха, не вижу тебя, где-то ты здесь, спасибо, что пришел. Ну и одно предупреждение, как я всегда говорю, ну, я всегда меня как-то напрягает, что приходится повторяться, петь какие-то песни, которые уже все слышали, ну, по-другому не бывает, но я... Думаю, мы же не устаем, когда по телевизору говорят, при пожаре звоните 01, ну, 101. И это я к чему? Просто, опять же, вот эти письма, которые в интернете приходят, я рассказывал эту историю, когда девочка, которой 7-8 лет, написала мне, дядя Коля, а где найти керосин? Я поинтересовался, зачем, она пишет, ну вы же поете самый вкусный керосин. Поэтому, как было сказано в одном стихотворении, товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети. Аккуратно. А следующая песня, интересно, когда, ну не то, что загадку задать, а просто обозначить, потому что потом вроде все как все узнают. Каждый раз думаешь, как объявить всем известную вещь, а тут как-то вдруг приходит какая-то мысль. Вот и мне пришла вот буквально сейчас. Я знаю, там сидит мой очень близкий друг Федор Степанович Пирогов. Он такой очень активный, такой. Да, Петя, ты там сиди аккуратно. Нет, это я про следующую песню.
песня про машину или там, можно сказать, аппарат, который у него стоит в огороде. Да, да, Петя, спасибо, что приехал. И опять же повторюсь, песня про аппарат, который у тебя в огороде стоит. Робинзоны нынче в моде, лопастями хороводят и жужжат, что мир у самых ног. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса, прям конек из сказки, горбунок. Я родился где-то в Польше, но в душе советский больше. На работе долгие года, и для тех, кто в небо рвался, в облака на мне поднялся, школьной портой стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, даже если воевать не суждено. Работягой безотказным я летал и над Кавказом, ну а летчик был товарищ Мимино. Комарчупыкина звали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно в точку бы лететь из точки А. По прямой маршрутам мало, я люблю фристайлы слалом. Слалом, это точно про Ми-2. Я еще с ведром летаю, в нем воды полно до краю, но не оболью тех, кто внизу. Это славная примета, повезет вам, значит, где-то, может, я куда-то подвезу. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен. Я стараюсь, хоть мне часто нелегко. От работы не косили, даже по небу носили мы корову на подвеске с Валико. Да, Марчупаки назвали Валико. Небо бросить не сумею, все летаю, хоть старею. Тысячи за мною летных смен. Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается. Не пристало ныть, ведь я ж спортсмен. Ну а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже. Все блестят, как медный котелок. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса, как конек из сказки, горбунок. Мне пеняли безоружен, что такой я нафиг нужен, и на цепь меня сажали, как в кино. Но руками и винтами цепи рвали и взлетали, мы сбегали в небо с другом Мимино. Комарчупыки назвали Мимино. Чита говорит, чита Маргарита. Это было не шутка, у Петра Пирогова действительно в огороде стоит Ми-2. Петя, извини за выдачу военных секретов. Мы у него в Жигулевское пиво пили именно в этом вертолете. Вот. Я, кстати, в предыдущей песне вот упоминал эту детскую тему о том, что в приложении к детям. С этой песней тоже связана определенная история, причем для меня, я считаю, это очень здорово. Возвращаюсь к тому, что в интернете очень много мне пишут, и я скажу, я внес свой какой-то вклад в продвижение, как сказать, культурных ценностей в молодежные массы. Приходит письмо, песня-то новая достаточно, ей, наверное, месяца 3-4, приходит письмо там от незнакомых каких-то ребят, я так понял, что им лет 13-14, и такой текст серьезный. Николай Викторович, спасибо вам большое за песню про Ми-2.
потому что мы ее послушали, и нам стало интересно, что такое мимино. Благодаря этой песне мы посмотрели этот фильм, он оказался очень крутой. Я, в общем, загордился, думаю, ну хотя бы вот таким образом можно популяризировать определенные вещи, в частности, замечательный фильм Георгия Данелли. Вот, ну видите, как действительно иной раз происходит. Я думаю, что я, ну, где-то сегодня еще спою песню одну, которую все знают. Да, собственно, они тут и так все достаточно такие известные. Но просто я помню, что когда вот ту песню, которую я спою, я ее только написал, я прилетел на далекий Сахалин, и там проводились, там каждый год проводится такой фестиваль «Крылья Сахалина». Очень так креативно люди к этому подходят. И вот я помню, что я давал концерт на стадионе, а в завершении концерта я пел ту песню, и в это время прилетал Ми-2, садился прямо на футбольном поле, и оттуда выходил человек в костюме волшебника с мороженым в ящиках, раздавали бесплатно его детям. Жалко, видео нет, просто мне очень жалко было, потому что я с гитарой ушел в этот вертолет, и меня, значит, убрали с этого стадиона. Тоже это был небольшой скандал, когда губернатор спросил организатора фестиваля, а как это так, он у нас тут над головами, чуть ли не прошибая шапок, ну, каждый же вертолетчик хочет показать, что он умеет. На что организатор сказал, вы понимаете, ну, со стадиона иначе не улетишь, он должен был разбег набрать, значит, и вот так, но губернатор сегодня в местах не столь отдаленных. Вот. А песня написана была еще тогда, вот все-таки после тех времен, именно про те замечательные места. Я родным аэрофлотом, словно глобус крутанул, серебристым самолетом треть планеты обогнул. Меж закатом и рассветом сон придет едва-едва. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт сменил большой на малый, сам себе теперь пилот. Пусть с дороги я усталый, только хочется в полет. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни все болтаюсь между небом и землей. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на краю света, где слегка все набекрень. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины. Крабы, рыбы и кальмары, бросив тучи важных дел, к нам спешат пивные бары. Океаны надоел, словно море это небо. Я в полете им дышу, без него мне как без хлеба. Я на землю не спешу. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом обменять. В скалах, сопках, как в доспехах, остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов
каторжан лечил порой. Люди здесь в суровом крае не боятся лютых вьюг. И когда-то самураев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет, как острог. Он на глобусе полоской, всем укажет, где восток. Без него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли к себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Что-то повспоминалось. Очень многое, опять же, с этой песней связано, но больше всего вспоминается, как ребята из Сахалинского аэроклуба ДСАФ меня вывезли на пилотаж такой очень суровый-суровый, замполётный, помню, аэроклуба Андрей Александров. И вот когда мы уже так все открутили комплекс, на вираж уходим на аэродром, там грунтовая полоса, он говорит, ну смотри, мишки пошли. Я говорю, какие мишки? Ну, медведи. Вот. Ну, я не успел их рассмотреть точно, но когда мы приземлились, вышли, он там подходит к какому-то инженеру и говорит, слушай, говорит, а теща-то твоя с дочкой где? Они там грибы собирают с той стороны. Говорит, так там медведи. Там теща, говорит, это проблема медведей. Мне сразу вспомнился анекдот этот знаменитый, когда, говорит, там ваша теща упала в бассейн с акулами. Говорит, ваши акулы, вы их и спасаете. Вот. Это я, не упаси Боже, я со своей тещей в прекраснейших отношениях, очень милейшей души женщины, дай Бог ей здоровья. Вот просто, ну, анекдоты смешные бывают. Но не уходя далеко с Дальнего Востока, чуть-чуть Я, кстати, опять же, когда про Сахалин пою, крайнее время стараюсь не петь эту песню в присутствии Олега Мутовина, героя России, сейчас летчик-испытатель конструкторского бюро Яковлева, до этого он в Глице был летчиком-испытателем, он все время обижается, он родом с Камчатки, он вот, ты там про Сахалин, начало всей страны, Камчатка, начало всей страны, я говорю, ну Олег, ну ладно, ну, у нас рассвет раньше, ну так, это уже эти вот эти все вещи там. Вот, ладно, Дальний Восток, опять же, Благовещенск. Реальная история, которая произошла. Причем, опять же, я уже сегодня говорил про 30-летие вывода войск из Афганистана. История произошла на годовщину, это была 23-я годовщина вывода войск из Афганистана, когда мы с группой «Голубые береты» выступали в Благовещенске. И на следующий день береты-то улетели, а я остался с вертолетчиками этими, ныне гражданскими, мы полетели. Потом вся эта история произошла. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в виражик вертолет. Как 100 лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Ваня, между снами Саня в бортовой. И усталость трекозою над бескрайнею тайгою, мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, можно жить и на гражданке, главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы, ведь не всю же жизнь нам воевать. С
Снова пашем сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенный поселок, домики, как бабушки, яки. Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, и девица тоже животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод набор нам с Ваней принимать. Навсегда мне Ваня жалко тех мальчишек, что в повалку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как 300-й тихо стонет, об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда-то поменет. У нас девчонка голосит, но так уж звонко. Саня, быстро, что там, доложи. Командир, отходят воды. Прилетели это роды. Мы ж не проходили три ножи. Девка в воздухе рожает, нас за светки окружает. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Санечка младенца, замотает в полотенце. Прокричит нам радостно: мужик! Та-та-та-та-там, па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-па-пам, мужик! Та-та-та-та-там, па-па-па-па-па-пам, та-та-та-та-та-та-там. Работяга наш Ми-8, от грозы нас всех уносит. Снова мы так будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Уж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело 7. Вылетали точно трое, нас умножили на двое, а в итоге оказалось 7. Та-та-та-ра-та, па-па-па-па-пам, та-та-та-ра-та-ра-та. Вот седьмой орёт, ну, мужик, та-та, па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-пам. На концертах говорю, что в этой песне есть немного, но художественного или какого вымысла. К примеру, «Вылетали нынче трое», там был четвертый по фамилии Анисимов. Ну и это был, есть, слава богу, реальный летчик. Его однокашники, кстати, здесь в зале есть. Это Михаил Степанович Осочнюк, вот, который однажды мне тут как-то... Ему очень нравится эта песня, но однажды он мне позвонил где-то, не знаю, несколько месяцев назад. Очень в хорошем состоянии, и у него был повод. Он сказал: Коля, я, говорит, понял, почему песня называется «Седьмой». У меня сегодня родился седьмой внук. Я уже говорил, что, ну, во-первых, с шикарным букетом роз и не менее шикарный, по-моему, бутылкой коньяка выходил сюда летчик Су-24, а нынче пилот авиакомпании ЮТР Влад Хазиев. Там сидит, опять же, как я уже сегодня его назвал, мой технический консультант по песне МиГ-31, воздушный кораблик. И он же в каком-то виде, можно, могу его назвать консультантом по следующей песне, потому что что Влад... что Евгений сегодня летает в гражданской авиации. Ну, сложно сказать, какие у них там ощущения. Ну, главное, что летают. Мы не спеша на эшелоне
идем по спинам облаку. И в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Нет. Тише, тише. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет: вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту наш устав, ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Лететь бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И ножку дать, да сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Это ты сейчас командир. Жать с циклоном встречи, знать, потрясет кораблик наш и пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух! Как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке, порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. В комфортабельном салоне летят копченые с югов три роты личного состава, из дьюти-фри напитки пьют. Ведут себя не по уставу и к стюардессам пристают. К автомультике. Я и здесь молчать не буду. Сейчас мнение, короче. Так получается, что некоторые истребители, типа меня, закончили Харьковское училище в 92 году. На самом деле, такие люди и есть. Николай, он сделал, знаете, специальную вещь, специальная песня. Именно для... Влад, для тебя.
Спасибо. Спасибо, Влад. Спасибо. Спасибо Жене, который первый услышал эту песню, когда я напел по телефону, отправил к нему. Говорю, замечания есть? Нет. Следующая песня, она посвящена моему другу близкому. Буквально там, ну, наверное, 2 месяца не прошло, моему замечательному другу, у него был день рождения, это был юбилей, даже об этом по телевидению говорили. Друг такой уникальный летчик, ну, кроме всяких там заслуг, я все время как-то так отдельно выделяю то, что он награжден орденом мужества. Но вообще-то это она. Говорят друзья, что спортом надо мне заняться. И я бы и не против, только лень не напрягаться. Мне бы такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле. Шахматы советую, но мне не интересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света Капанина рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, сидишь, все дела и минимум движений. Усадила мило, словно в кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлет Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда карты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нежно душа в перегрузке, много единичек. Меж приборов вижу я, привинчена табличка. Надпись No Smoking, вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Смеется Света. Что пара какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак, ведь мне ведь добровольно оказался. Буднил один день, когда со Светой я связался. Шарю взором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись, Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда карты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь, ну, Света? Да что ж ты делаешь, ну, Света? Я как будто рыба, так которую за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадаброй. Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ ей вежливо, но только без цензуры. Ласковая, ну ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. Наконец аэроплан земли бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще вдобавок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда карты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко, рядом где-то. Что ж ты делаешь, ну, Света? Да что ж ты делаешь, ну, Света? Летая, как комета, посылаем мы приветы населению планеты. В облаках вдруг понял, где моя песенка не спета. Мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света. Причем, ну, как бы, один мой товарищ говорит, я ей сказал, что билетов нет. Она говорит, при чем здесь билеты? Я вот думаю, ну, это действительно так, но просто не получается.
получилось. Она и в Минск собиралась приехать на концерт. У каждого из нас свой график. Вот. Пока никак не удается нам этот график увязать, чтобы снять клип под эту песню. Хотя у меня есть тоже еще такой протокол намерений, чтобы подписала она и не вытворяла те вещи, которые вытворяла тогда, когда мы летали. Как она потом сказала, ну я-то людей возила, но я же как бы деликатно, а про тебя я подумала, что ты ко всему готов. Вот. Не, я, ну в каждой шутке есть доля шутки, да, конечно, это стоило того, я остался живым, и воспоминания на всю оставшуюся жизнь тоже есть. Хотя клип должен получиться, мы вот думаем над этим, даже знаем, какими камерами будем это снимать, это будет очень, если это получится, это будет очень здорово. Эпиграф. У меня растут года, скоро и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик поэт в нем рассказывал детям. Мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал. И вспоминал я нередко бабулю. Чаще тогда, когда прямо в металл. Мне молотили снаряды пули, и в этот миг мне казалось предел. Миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел. Чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо. Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время как пуля на вылет или в лед. Бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает. Бей их, внучок, атакуй, я прикрою. Отвоевал я, теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка здесь.
сосед там твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было, влетал, но возвращался обратно. Спасибо. Все время вспоминаю, как я эту песню в Сирии пел. И вот говорят, оговорка по Фрейду. Но обычно это, ну, Фрейд это, скажем так, половые отношения между, ну, или как, отношения между полами, скажем так. Вот, всяческие оговорочки на них все время обращают внимание. У меня случилась оговорка несколько авиационная. И, я так весь такой ответственный, там, сидим на командном пункте, я пою, и в этот миг, мне казалось, не спел не привет, а тоже на букву П, только она заканчивалась на С. Вот. Я запнулся, сказал, извините, один полковник-вертолетчик сказал, именно это слово. Все же улыбнусь. На свете все несовершенно, волан Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо крепко обнимал, и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачу пропиваем, а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимают небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо крепко обнимал, и носило меня веселый ветер,
а с земли во след смеялись дети, крылья за спиной. Только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывает, мне бы улететь в край, где постоянно солнце светит. Только где же он есть на этом свете? Да-да-да-да-да, да-да-да-да, 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 да-да-да-да. Я летал во сне над землею, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Я летал во сне. Браво! Спасибо. Это все уже так, ну, несколько ночных песен. Ну, ночь за окном уже наступает или наступила. Осень, вечер, ветер, тучи. В доме свет опять отключен. И луны озябшие лучи. Ровно светит сквозь фильтра. Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик. И с собой мир заключен. Ненадолго до утра. Мой мирок размером с кухню. Господь кофе не потухнет, где-то гром печально бухнет. Видно, тоже одинок, строго тикает будильник. Сам себе собутыльник. Оживет, моргнув светильник, и раздастся в дверь звонок. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Пьет прозрачную небоду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли года. Ночь — такое время года, ночь — такое время года. Рюмки, водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты, и сердца у нас согреты. То ли дружбой, то ли спиртным, но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туманы дымные. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе. Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать, но стучат соседи свыше в батареи, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Пьет прозрачную неводу, а в душе моей по сходу то ли кома, то ли кода. Ночь — такое время года, ночь — такое время года. Прозвенел давно будильник, опустил мой холодильник, в горле будто бы напильник. Мне не скоро петь, теперь солнце, видно, встать забыло. И сжимает боль затылок, строй осушенных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, ветер, тучи в доме, свет опять отключен. И луны, озявшие лучи, робко светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, и с собой мир заключен. И
ненадолго до утра ночь. Такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли года ночь. Такое время года ночь. Такое время года ночь. Такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли года ночь. Такое время года ночь. Такое время года. Ну вот по ночным песням для меня очень неожиданно было в свое время несколько концертов назад. Сейчас я уже не удивлен, хотя для меня все равно это как-то так, ну не то что странно, но, наверное, это должно быть так. Когда песню вот шепотом просят исполнить для людей из спецназа ФСБ, и, ну а сегодня вообще вот попросили памяти командира Альфа генерала Карпухина, Героя Советского Союза, который брал дворец Амина. Вот опять же мы сегодня говорили о 30-летии вывода из Афганистана. Ну пусть так, пусть так. Значит, ну, значит, эти люди слышат в этой песне что-то свое. Это не первый случай у меня в жизни, когда совершенно неожиданно, ну, неожиданная реакция на определенные вещи, которые про одно, а слышат в них другое. Разговор не клеился, и в ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, а мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом вдвоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел. Дотикал в такт будильничек, и я про что-то пел. Огром далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего и просто на троих. Свету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом, и дождь. А стрелки время мерили, летел за часом час. И мы почти поверили, получится у нас. Узнать бы как-то, что потом и вечное когда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А мы прощались шепотом, наверное. Опять немного о приветах. Обычно я как-то от себя передаю, а тут так получилось, что просили передать привет. Так несколько обезличенно, но тем не менее, очень теплый, горячий привет Александру из Карелии. Я думаю, здесь много Александров, но вот так попросили, да. Хочу как Винни-Пухом быть, медведем, и друга Пятачка иметь, и хватит. Вот вместе с ним в дремучий лес уедем, и за проезд уж как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, когда с огня до полымя бросают медвежий надоедем.
надоели мне услуги. Уж лучше пчелы пусть меня кусают, пусть жалят меня пчелы и кусают. Медведям быть, наверное, попроще. Проблемы их другие по природе. Ходил бы косолапая пороще, мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед, сгущенку и без хлеба, и выбросил бы все ножи и вилки, и было бы мое в цветочек небо, а в голове счастливые опилки, и было бы мое в цветочек небо. Наверное, заболел я каждый вечер, мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня, пожалуй, не излечит, не доктор Айболит, не доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, и от костра тепла бы мне хватило. А ночью по медвежьей крепкой дружбе большая бы мне медведица светила. Светила бы по медвежьей нашей дружбе. Та-ра-да-ра-да-ра-дам-та-рам-та-ра-да-ра-дам-та-рам-та-ра-да-ра-дам-та-рам-та-ра-да-ра-дам-та-рам-та-ра-да-ра-дам. Хочу как Винни-Пухом быть медведем и друга Пятачка иметь, и хватит. Вместе с ним в дремучий лес уедем и за проезд уж как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит. В природе, как ни странно, нету фальши. И синий шарик Пятачок подарит, как тучка на нем, куда подальше. Мне синий шарик Пятачок подарит, я на нем, как тучка, лишь бы дальше. Спасибо. Ну, как бы дальше там не посылали или сами мы не уходили, я всегда говорю, главное оставаться с песенкой по жизни. Та-да-да. Па-па-па. Та-да-да-да-да. Па-па-па. Па-па-па. Та-да-да-па-па. Можно по земле ходить, не спорят, и полет считают километры. Но кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя, здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет виражи и прочие фигуры, и в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса за землей перевернутся, возмущенный воздух пусть болтает. Главное не в горизонт вернуться. Каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, слякоть или дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я потал на свете все до краю, за мгновенье держу на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координата. Та-ра-ра. Па-па-па. Па-па. Па-па-па.
каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Хочу сказать, что летать сегодня помогает замечательный звукорежиссер Александр Пахомов. Саша, спасибо большое. Хороший звук, замечательный звук, это, ну, не то что залог хорошего концерта. Для меня это самое главное. Да что я тут думаю? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, и бывает не найдете. Сказка лучший мультик врет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. Из детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут, и в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут, и я жду. Вертолетик. О, запускается. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Как мальчиш-плохиш из книжки, и хорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать не дам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Грозно. Вертоль, ну, угрожающе. Вертолет. Дальше позитивно. Вертолетик. Вертолет. Ну, сценарий такой. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник,
чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и забудь о себе пилоте, в детство он меня возьмет, даст пломбир кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Ну, запускаем, конечно же, да? Запускаем! Вертолетик. Вертолет. Поднимаем обороты. Вертолетик. Вертолет. Работать без чашечки. Я расскажу интимную историю, которая случилась позавчера. Ну, наверное, просто, конечно, можно было попросить Юрия, чтобы он выключил камеры в этой ситуации, потому что слушает аудитория всякая, здесь-то все свои. Вот. Но в Минске у меня, да, когда мне оставалось где-то 4 песни до окончания программы, я в одно отделение работал, но это было почти 2,5 часа, я пел «Бабушку», и у меня просто вот, ну, схватило горло, и даже в зале, вот, ну, все потом рассказывали, что подумали, что выключили микрофон. Ну вот, именно для этих случаев предназначена, допустим, чашечка. Чашечка действительно была, она у меня здесь всегда вот под микрофоном стоит. Сегодня она там, это вот, ну, это уже боевой опыт. Потому что мы с Сергеем Антишиным вышли, чашка стояла. Я поздравил всех с наступающим праздником, взял микрофон и немножко двинул его на себя. Дальше весь концерт она лежала и грустно на меня смотрела. Вот. И это была катастрофа. Когда, ну вот чудом у меня голос, как говорится, там, ну, вернулся, я, честно говоря, очень переживал. Поэтому, ну, есть всякие технологические жидкости. Хочешь, научу тебя летать. Хочешь, расскажу тебе, как птицу сдать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь и, коснувшись звезд, от счастья петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небо можно обнимать. Главное — летать в звездной вышине, впрямь, а не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, 2 на 2 умножишь, выйдет 5. Веришь, ввысь несложно улетать.
Главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета, пылью обернется главная мечта, и крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно бить. Главное любить. Звездной вышине впрямь они во сне, обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб ходить, мечтать, чтоб любить, летать и успеть спеть. Хочешь? Хочешь научу тебя летать? Дорогие мои, летайте обязательно. Летайте, кто... На его тех, у кого есть соответствующее образование и предназначение. Летайте во сне. Те, кто хочет летать вот наяву, но не получается. Там тоже здорово, там налет зато больше получается. Вот. Самое главное, где бы ни летали, чтобы там везде было мирное небо. Как обычно, вылет срочный. Знаете, приезжали наших точно. Мы летаем денно ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых крах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся, иначе там поляжет целый взвод, запускаясь без газовки техник старенькой спецовки. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут нам вслед. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражи, мы, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке, ищу по себе разборки, но ведомый не зевать. Внизу держись, пехота! Начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля вопер орет. До ворот бросаю фобы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как собрасова грачи. Прилетели, выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Там земля не отвечает, ну разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я 200-й груз. Нахрена пошел я в Качу, вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача и возил бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. Несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, и живой хоть попадают, под глаза мне разъедает, нет спасения от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ как пушка танка, грохот выстрелов болтанка, и как мышь консервные банки, по которым молотком.
не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из-за расхода ван БК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный пока. Мне под вас и как морозом, грач устал, отклюнул носом, значит, везя под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше, и в наушники я слышу летуны. Спасибо вам! Наоборот, довернули, позади снаряды пуля. Уравнение Бернулли держит в воздухе грача. Борт летит на честном слое, а из носа капли крови. Знать в санчасти на здоровье получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют махлопнет звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Мирного неба всем! Мирного неба! И, конечно же, с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота! Ура! Дорогие друзья, Николай, конечно, общий человек получается. Сегодня как конферансье работает. В общем, хочу много сказать. Я много пишу стихов. В данный момент я не буду их говорить. Николай всегда мои стихи переструют и читает, и слушает. Я только хочу вещь сказать из моих стихов, если можно. Говорим не будем.